нужно. Ну, раз, зашли за, даже, ну, не за спину, да, тогда то есть почти что. О! Отсюда можно? О! А можно и коленом? Ну, еще, да? О! Ну, здесь немножко, тогда не было. Вопрос за спину зашли, здесь, вынули, да, тоже самое нужно. О, движение. Раз, а я... Вот она. И раз, вот. А еще мне под жесткостью вот надо сильнее. О! О! Сюда. А здесь вот что? Бум! Вот здесь все. Здесь, да, здесь, да. А здесь вот то, что я показывал. Вот она. А здесь еще, то есть. И так далее. Концовку сами определяете, да? О! И смотрим. А можно и по той ноге достать, видно? То есть все зависит, где у вас вес масса. Похоже. А я здесь. По суставам, здесь, здесь. Здесь, да? О! Ну если вопрос ног, здесь был. А если вопрос рук, да? Все туда. О! Есть какие-то вещи такие, что вот здесь, да, была слабина. Ну а есть-то, смотрите. Опа, а не получилось, стой, не получилось сюда. Тогда здесь контакт-то есть, все равно надо прокручивать, да? Фу! О! Видишь, надо, а я здесь, смотри, о! Смотри, здесь, о! Выдыхай! Ну, можно. Ладно, хорош. А я, о! Вот так могу даже лечь, правильно? Нет? То есть, работает, о! Я раз, куда-то бегаю. Можете поползти, да? Можно оттолкнуться в кувырок. Да. Можете сразу проползти, смотрите. А я раз и пошел туда, понятно? То есть, ну, здесь можно. Только вот стоит еще, смотрите, я лопа. Кожа головного, да? То есть, ноги, ноги, вопрос ног. Там, встань как-нибудь. Тут сейчас двигаемся. О, видно, то есть, что происходит. То есть, ну, вот раз, смотрите. О, а вот я с такой дистанции, как? О, видно? Да. А вот, вот вес они, видишь? Ну. Они так вот. И ничего, ничего не будет. Ой! Можно так вот? Да, мы хорошо. То есть, значит, смотрите, иди сюда. Просто стой как. Надо медленно. О. Значит, вот видно ничего. Сейчас. Ой! Хотя здесь и прогибается. Я опять же тихонько давай. А так? Как бы я как удар делал, кстати. Ног залазит. Ну я в пределах разумного. А я вот. А я еще даю. Видишь, я тебе даже встать не. А вот видишь, Аслан, ты можешь встать. Пытайся догнать. Пытайся бить. Да. И что это? А здесь буду поворачивать. Ну, жестко. Да, сейчас поворачивается. О, а видишь, я вышибаю, держу его. А здесь вторая я тебе. Да. О, хорошо. А здесь советский. О, как хорошо. Достаточно, да? Пляжный вариант. Да. Ну а лучше, видишь, когда у вас одежда будет на ботинок какой-то, идет прям пыром палец. Да? Ну, я-то умею, а вы можете себе палец выбить. Только тихонько надо делать. Как учиться, смотри, встали. И просто подошли, никто вам не мешает, поприцелились, посмотрели. Видно, ничего, да, Саш, ничего. И надо вот вам просто, чтобы вот эта нога скользила параллельно полу. Давайте, сейчас. Смотрите. Если вы будете стараться ногу задирать, мышцы вы промажете. Площадка, раз, так. Можете руки в карманы, то есть вопрос на отработка ног. То есть одними ногами надо ногами дотронуться, неважно, видно, дотронулся, залив. Вот раз я. А здесь смотри, что. Твою управляю, видно, я перевернул. Отсюда уже здесь. Тихо, не дергайся. Я не люблю резко бежать. Давай. Оп, контакт есть колено. Я удержу. Человек упал, лежи. А здесь, смотрите, она ломается, да? Тоже эффект какой, да? Только тихонечко, да, тихонько, потому что а если на одной скорости человек жесткий, быстро, резко, можно руками, рук нет. О. То есть ноги развиваем, сами. А так можно накинуть? Да? То есть как накиньте, все будет правильно. Вот, да? А здесь опять контакт. А здесь по суставам, здесь пьем, да? Да, вижу, видно контакт?
А здесь я уже пошел. Не можно туда пойти. Вот, да? Здесь они никуда. А если у вас обувь еще будет какая-то, то вообще будет. В носках сложно. Здесь еще покрытие такое, ну как. Да, такое. Вот, она. А здесь эти. Вот. Вот. Ну ладно. На эту могут быть. Тут дал. Ага. Можно вот как сделать. Так. Постой. Просто ногой киньте, можете рукой попробовать. Достаточно. Человек как жестко ляпит. По фанерному. То же самое и ногами все теперь. Да? Попросаем. Держу. Держу. Видно, так-то. То есть неважно, кидайте ноги, оно само. Главное веревка.